Панасенков о худших царях России. Смотрим эти кадры. Александр I действительно был настоящим врагом и России как государства, и русских людей. Да? Николай I был несчастным человеком, глубоко несчастным человеком, потому что он получил огромную, дикую и при этом разваливающуюся страну, и он стал делать вынужденные глупости. И он не был талантливым, не был гением, он был просто относительно честным человеком. И он был очень требовательным не только к стране, он мучил и себя. И, кстати говоря, по всей видимости, совершил в конце самоубийство после неудачной Крымской войны. Вот. Из действительно абсолютно вредных, бездарных, вредных и сгубивших много русских людей монархов, конечно, я бы назвал Николая II. Вот Александр I и Николай II – это два наиболее вредных монарха российской истории.